Довольно необычное заявление сделал Петр Порошенко. В интервью он сказал, что при переносе президентских выборов в Украине будет только один победитель. И имя этого победителя – господин Путин. По мнению Порошенко, введение военного положения на Украине не привело к ограничению конституционных прав украинского народа. Он добавил, что военное положение необходимо для увеличения обороноспособности армии. Особый режим вступил в силу в 10 областях Украины с 29 ноября. Поводом стало задержание украинских военных кораблей российскими пограничниками. Между тем, президентские выборы в Украине назначены на 31 марта. Официально предвыборная гонка стартует в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, но аналитики не исключают его в списке кандидатов.